Экономика России достойно выдерживает санкционный удар. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели, отметил президент. При этом он согласился, что все непросто, все, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий. В целом эти усилия дают положительный эффект, добавил Владимир Путин. Также он отметил, что переход в торговле с партнерами России на национальные валюты дает о себе знать. Но Россия продолжает выполнять все обязательства не в ущерб нашим партнерам.